Современные технологии в помощь сельскому хозяйству. На международной выставке «ЮГАГРО» десятки тысяч фермеров, предпринимателей и простых посетителей. Для Краснодара выставки прямой интерес. Сельское хозяйство – одно из ведущих направлений экономики. Мэр Краснодара не только оценил аграрные достижения 32 стран, но и обсудил перспективы международного сотрудничества для Краснодара. Подробнее Дарья Безинская. Этот аппарат – новейшая разработка в сельском хозяйстве. За минуту очищает несколько килограммов пшеницы, семечек, гороха, кукурузы от шелухи до идеального состояния. Все лучшие агротехнологии ежегодно приезжают в краевой центр. Сейчас, например, свою продукцию привезли около 700 компаний. Краснодар и австрийский Вельс только налаживают контакты. И сфера организации выставок и сотрудничества в сельском хозяйстве – одни из перспективных. Это уже становится такой визитной карточкой города Краснодара, потому что действительно Краснодарский край – это крупнейший аграрный край в Российской Федерации, который за последнее время серьезно нарастил объемы производства сельской продукции. Бурными темпами идет развитие переработки сельской продукции. Осваиваются абсолютно новые интересные технологии, которые к нам привозят. И, конечно, безусловно, все это невозможно без современной техники, которая тоже сегодня здесь представлена и пользуется достаточно большим спросом. За 24 года выставка выросла до уровня международной. Здесь представлены 32 страны. В том числе есть и две компании с Вельсом. Поэтому иностранная делегация с большим интересом изучает каждый стенд. Еще интерес объясняют и тем, что их регион тоже сельскохозяйственный. И здесь каждые два года проводят агровыставку. Так что в Краснодаре есть что почерпнуть. Я впечатлен масштабами выставки. Мне понравилось, как распределены стенды в различных залах, а также меня впечатлили размеры сельскохозяйственной техники. Они действительно огромные. С собой домой я увезу массу положительных впечатлений. И я очень надеюсь, что в будущем больше австрийских, российских фирм будет представлено на этой выставке. Конечно же, самой выставке ЮГАГРО я желаю положительного, динамичного развития в будущем. Я знаю все о выставках, потому что сам ими занимаюсь. Нужно сказать, что в городе Вельсе организована большая международная сельскохозяйственная выставка. И то, что я увидел в Краснодаре, размерами, масштабами и организованностью меня тоже впечатляет. 65 тысяч квадратных метров, и на каждом есть современные комбайны краснодарского производства, новейшие сорта овощей, которые не боятся холода и активно плодоносят, технические решения для хранения зерна и многое другое. А предприниматели, которые привезли на выставку продукцию, обязательно еще и знакомятся между собой. С коллегами, с какими-то встречаешься и с какими-то товарищами, которые продают, покупают. Обменялись контактами, данными, и как-то дальнейшая работа продвигается потихоньку. Хочу посмотреть наши товарищи, которые здесь участвуют, здесь выставляют. Пришли с Венгрии, так что очень, как вам сказать, очень хорошая выставка. Могу сказать, что самая хорошая аграрная выставка в России. Выставка будет работать 4 дня. До первого дня зимы, чтобы крепли деловые контакты не только между российскими фермерами и компаниями, но и между мировыми державами. Дарья Безинская, Антон Чернышов, Сергей Глуховский. Телекомпания «Краснодар».